Слезоточивый газ, водометы, дымовые шашки и резиновые пули пошли в ход для разгона мирной демонстрации в турецкой столице. В субботу сотни учителей вышли на улицы Анкары, чтобы выразить протест против намерения властей увеличить количество предметов религиозной направленности в школах страны. Прибывшая на место проведения митинга полиция быстро перешла к использованию спецсредств. Сначала демонстрантов поливали из водометов, а затем применили и слезоточивый газ. В результате акции, по данным властей, было задержано около сотни человек. На минувшей неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ввести в школах обязательное изучение османского языка, отмененное в 1923 году, а также уроки ислама для младшеклассников. Лидер страны считает, что это вернет современную Турцию к ее корням, связь с которыми была разорвана во время светских реформ Ататюрка. Профсоюз учителей обвиняет власти в попытке исламизации существующей системы образования. Своими выступлениями преподаватели, по их словам, стремятся напомнить президенту. Согласно действующей конституции, Турция – светская страна.